Зачем тебе эти книги? Вообще-то книга лучший подарок. Ой, а это что такое? Ты что, не знаешь эту легенду? Это же величайшее событие за последние 5000 лет. Сказание о том, как викинги встретили балтийских славян. И что, записали альбом? Ой, не иронизируй. Дело было так. Идем на восток, дракар на песок. Я пацан на стиле в коже и мехах не ок. Наточу я топор и устрою рок-н-ролл. Наша вечеринка будет лучшая. Викинг, викинг лучший. Викинг, викинг лучший. Come on! Викинг, викинг лучший. Викинг, викинг лучший. И что это за веселье? Убогие люди! Где Силушка-то? Мы слезли с ладьи, когда на площадке погасли огни. И гафир ушел, мы видели, как уложили последний штатив. Лапти мягки, он брагу нашел. А ты чё здесь шумишь и чего за прикид? Учти, кто с мечом к нам придет, от него и помрет. Видели ром, снимали всю ночь до утра. Видели Оль, снимали всю ночь до утра. Видели ром, снимали всю ночь до утра. Видели Олю, снимали всю ночь до утра. И чем же все это закончилось? Я слышала в школе об этих ужасах. Наверное, сожгли все деревни, забрали женщин и детей в рабство, поотрезали бошки и насадили на копья? Не, это был легендарный день. День накануне Нового года. Когда уже выпал первый снег, и была найдена брага. И никто не хотел тогда воевать. Тогда викинги-славяне пожали друг другу руки, прижались ланитами и изрекли в небеса. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.